Ребята, всем привет! Вы на канале Живая Планета. И что ж, сегодня мы будем играть в экстремальные прятки, так как в прошлом ролике у нас не получилось. Суефа! Суефа! Обернулся. Все, Ванька у нас вода. Хорошо, я пошел. Раз, два, три, четыре, семь, восемь. Да, я иду. Так. Так. Что это? Что? Ханди-ваги? Ой, блин. Сейчас. Фото. Сейчас, ребята. Куда он делся? Вообще. Ну, хорошо, что он тебя не придет. Что это такое? Подожди. Как он? Ребята, я нашел у Хади это. Открывай, Полина. Тут какой-то вообще непонятный путь. Да, хуже, чем у меня, блин. Ну, вот это, походу, да. Я хочу вам помочь. Проклятые куклы преследуют вас. И восклицательный знак. Что это значит? Он хочет нам помочь? Не знаю даже. Ладно, пойдемте. Давайте подойдем. Да. Тихо. Я первый. Сейчас. Давайте я попробую его взять. Так, пока что все спокойненько. Беру. Тихо, тихо, тихо. Так, не съешь меня. Пожалуйста. Чертовщина так. Ой-ой-ой. Что с ним происходит? Ага. Он встает. Сейчас он меня не душит. Он... Наверное, он хочет с тобой подружиться или правда нам помочь. Я не знала, то, что Хаги-Ваги умеет писать. Да уж. Значит, это очень продуманный Хаги-Ваги. Да уж. Пошли-ка, ребят. А он же сказал, то, о, что... О проклятых куклах. Помните? Помните их, да? Мы с ним уже две части были на Ютубе. Да, помню. Ребята, помню, если помню, вы еще их не смотрели, обязательно смотрите. Угу. Нужно сохранить эту бумажку. Ну да. Давайте уже искать этих кукол. Погнали. Вон, смотрите. Она какая-то чересчур маленькая. Умная. Что это? Смотрите, он ее схватил. Так. Он поднимается. Что это такое? Он ее съел, кажется. Да уж. Интересно, сколько кукол еще осталось? Да. Да, это очень. Надеюсь, что это последняя. Что за фигня? Стойте! Стоп. Стоп. Сейчас я попробую подойти как-то сюда. Бежим отсюда, бежим. Что? Она телепортнулась. Так, что делать, ребят? А куда Илюша-то делся? Опять! То я телепортнулась, то ты. Теперь, Илюша, надо уничтожить его. Давай. Да уж, похоже, Хади потерял силу. Или что это такое? Потом он прыгнул. Он ее убил. Хади. Ой-ё! Он ей голову скрутил. Бежим так, отсюда. Не вернулся. Так, ладно, проищем еще один участок. Вдруг он обратно телепортнется. С нами такое же было. Да. Ищем все кусты. Смотри, Полина. О,
трубой. Что это такое? Это, походу, какой-то малыш. А? Хади набросился на него. Отбросил его. Вот тебе. Я тебя брошу в рот, Хади. Раз, два, три, четыре, пять. Пришло время убивать. Илюша, что такое случилось? Не знаю, меня телепортировала та кукла, которая была в прошлый раз. Мы видели куклу, которая пела злую песню. Она мне пригрожала, она чуть меня не подвесила. Идем. Отбросила. Что же делать? Смотрите! Ноги! Он, кажется, ушибся. Подождите, а что она схватила его за ногу? Смотрите, у него шрам. О, господи, что с этой куклой не так? Даже я не смог ее победить. Что нам делать? О, что с ним такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что с ним? Что с ним? Что с ним? Что с ним? Он дрожит у меня в руке. Ты. Смотрите, он ее схватил. О, он ее сожрал. Быстрее, это там шмель. Ну и достали эти куклы. Ага. Да, согласен уж с тобой, Полина. Да. Давай уже. Никак мы не можем снять ролик экстремальные прятки. Ребят, все время надеюсь... какая-то чертовщина. Да. Да. Я надеюсь, что хотя бы в следующем ролике мы сможем взять и снять. Да, пока.